Мираторг, гриль, ребрышки, барбекю. Они разморозились и маринованные. Оставляем. Это у нас получается тут Мираторг, ребрышки пикантные. Стоимость 200 рублей за килограмм. Тоже разморозились, тоже оставляем. Приветствую вас, зрители своего канала. Такой домашний ролик сегодня будет. Сейчас именно буду мариновать мясо, говядину и свинину. И пойдем на шашлыки. Так как у нас заканчивается масляная неделя. Всех, кстати, с праздником, с масленицы. Получается, разморозили здесь мясо. Мясо я промыл. Как мою мясо, можете даже... У меня все есть на канале. Уверяю вас. Практически все. Практически. Помните, да, кастрюльку хорошую, которую я принес с гаража. И в которой я обычно делаю холодец. Вот. Ситуация у нас такая, что... то будем сейчас сначала мариновать свинину, потому что ее будем делать в уксусе, чтобы я не забыл. То я могу забыть. Вот, в общем, вот такое, такая вот свинина, такой вот кусок мясце. Вот. Не знаю, что это такое. Напишите в комментариях, кто знает, лопатка это или окорок. Или... У меня нет информации. Не люблю, когда нет информации, но бывают и такие моменты. Вот, сейчас. Она еще тем более, видите, вся такая непонятная. В общем, сейчас на кусочки я ее сделаю. Вон этот кусочек хотел Барсику отдать, но сказали Барсику нечего. Такими кусками кормить его. Тем более у него еда есть. Ну, есть так есть. Вот. Ой, Барсик, иди ко мне. Иди ко мне. Иди. Друзья, подписчики тут мои все. Иди, кошка тебя зовет уже. Иди, кошки тогда. Иди, кошки. Кошки пойдешь или ко мне? Выбирай, кошки пойдешь или ко мне. Барсик. Иди. Ну иди, или ко мне, или кошке. Кошка его зовет. Кошка его зовет. Сама позвала его. Он как ушел, и кошка позвала его. Ну все. Сейчас будут звуки совокупления. Так, в общем, смотрите. Такие кусочки, такие, да. Вот. Буду мариновать все в пакетах. Пойдем в гараж. Ну, кстати... У меня самый любимый шашлык, это именно зимний. Я люблю зимой. Особенно, когда градусов где-то в среднем 10 градусов. Ну, то есть, без фанатизма, чтобы не было сильно холодно. Но и оттепели, то есть, получается, не было. Потому что именно зимний шашлык, он... такую немножко нотку такую придает, так скажем, да, именно такой вкус, когда холодно, уходишь, руки даже греешь возле мангала, и гараж пока нагревается особо не тепло. Но даже если в гараже тепло, допустим, поставить обогреватели, то в любом случае когда на улицу уходишь, то все-таки получается, что холодец такой присутствует, холодно, то есть. Кс-кс-кс-кс-кс. Иди давай, иди ко мне. Все, он что-то там помялся, что-то ушел. А она валяться стала. Зовется его. Постоянницу привели, кстати, кошка этот самый, у нас уже пятый раз. Я с этой кошкой хочу на БМ записать видео. Тогда, когда я гаражи, помните, можете посмотреть, набрать. Разбираю дедовский гараж, допустим. Ну, или там дедовский гараж 51.85. Так, этот кусок мой. Вот уже волос
Кошачий. Блин, надо этот самый медную кружку купить, чтобы пить из медной кружки. У кого есть дома особенно животные, то одноклеточные микроорганизмы, чтобы они умирали у людей. Ну, в общем, внутри. Потому что раньше пили из медных самоваров в деревнях, из медной посуды. Вот. Ну, конечно, и серебро, понятно, что там выводит. Но это не так. Серебро выводит одни, в общем, так скажем, шлаки, да? А медь выводит другие. Так, в общем, что мы делаем? Весь шашлык. Давайте мы кладем его сюда. Вот. Кота я в руки не брал этот самый, так что не думайте, что там что-либо по фанатизму. Нет. Без всякого фанатизма. Так, что мы делаем? Сейчас мы разведем смесь. Сейчас мы разведем смесь. В общем, в любом случае с уксусом, ну, практически выпил весь уксус, люблю я его. Можете видео у меня посмотреть в плейлистах, будете знать, куда я употребляю уксус. В общем, уксус и майонез, уксус, приправа, да? Уксус, скорее всего, приправа. Единственное, сегодня, в данный момент, будет шашлык без лука. Ну, не зря же я алё гараж, да? То есть, я не подготовился. Говорю вам сразу, я не подготовился, и у меня нет именно такой возможности купить в данный момент лук. Так, сколько мы берем ложек? Раз, два, да? Три. Вот если она сейчас заорет, это будет контрольный. Кошку можно отдавать. Ну, мы для уверенности после третьего раза отдаем. Все, контрольный был. Так, просто до этого она орала, а видно, сейчас она уже голос весь сорвала. В общем, три ложки этого самого, да? Потом теперь специи. Специи. Вот так вот. Взял я побольше ложечку. Так, солить я не буду. Тут у нас все довольно солено. Поэтому без соли. Сейчас это все я консистенцию перемешаю. Можно в кружке мешать. У меня маленький стол, маленькая кухня. Кухня 4,5 квадратных метра. То есть получается 2 на 2. Прикиньте, очень маленькая. С виду, когда Алексей Гаражная Жизнь приезжал ко мне, он говорил, что с виду кажется, как будто кухня этот самый, ну, то есть большая, да, на самом деле маленькая, поэтому особо посуду не поставишь, и особо так, чтобы я был в кадре, когда я готовлю, допустим, рыбу, солю, да, многие пишут, что почему видят только мои руки, потому что менять место расположения и в дальнейшем на монтаж уходит много времени. А так можно ролик, по сути, то есть получается смонтировать его, да? Или записать одним кадром. То есть проще монтировать, когда меньше обрезать, и сложнее монтировать, когда много обрезать. Ну вот, смотрите, в общем, уксус. А с луком чего? Сейчас пойдем в гараж, я запишу видосик, получается. Пойду с лопатой, вот. По дороге купим уголь и розжиг. Мангал там есть, кстати, у меня есть хороший мангал, который, кто смотрит меня ранее, допустим, даже с лета, то вы видели, какой я мангал нашел, да? Вот такой. 1200 стоит. Я его нашел, этот самый. Нашел
так скажем, в леску, разобрал его и принес. Немножко тяжеловат был, но не столь страшно. Вот на нем я буду и готовить. Он такой высокий, четкий вообще. Вот. И пойду с лопатой. То есть получается, пока я откапываю гараж, пока зайдем в гараж, включу печку, обогреватель, пока нагреется гараж, пока развожу угли, и шашлык промаринуется. Ну, то есть это пройдет в лучшем случае час. Вместе с дорогой даже полтора часа. И по дороге куплю лук. Ну, есть луковица, ну, я ее не буду оставлю, да. Этот лук у меня растет, тоже смысла нету. То есть, получается, лук я потом нарежу мелко, и я его выжму. Там достаточно будет, буквально откопаю в гараж, то есть, прогрею его, и лук выжму минут 15-20, и все. То есть, он пропитается. Он пропитается, не надо будет много там его, чтобы он был полчаса. 15 минут до получаса, это самое то. Не более получаса, тем более я его выжму. Вот смотрите, свининка у нас уже готова. Сразу ее откладываем. Вот. Теперь что мы делаем? Теперь мы делаем говядинку. Чего? А чего кошка не идет? Иди сюда, иди сюда. Ну иди сюда. Ой, никто без за даром не пойдет. Никто. Даже собственный кот. На, иди. Иди сюда. Это говядина. Подожди, не ори. Сейчас он придет. Сейчас он придет. Иди сюда. На. А я его до этого накормил. Давай, иди сюда. Иди сюда, давай, Барсик. Иди сюда. Руки я пачкать не буду. Ну, иди хотя бы сюда. Ну, давай сюда. Давай на табуретку. Иди сюда. Ну. Как она его зовет, как сирена прям. Он даже сама сюда уже идет. Ты сюда не иди. Все, не пойдет он. Не будем отвлекаться. Так, а сейчас самый важный процесс. Это что у нас? Говядина. Точно. Будем готовить говядинку. Говядинку я хотел заснять отдельный, конечно, ролик. Очень уж это дело. Скорее всего, да. Давайте, в общем, это будет у нас первая часть. И с говядинкой у нас будет уже вторая часть. Все. Подписывайтесь на канал. Пишите больше комментариев. Ставьте больше лайков. Вот. Потому что в дальнейшем все-таки что-то я подумал. Посоветовался со своими подписчиками, зрителями канала. И, в общем, многие не хотят. Но я, скорее всего, этот канал, то есть, закрою. Что те, которые видео у меня... То есть, те, которые я собирался и хочу смонтировать, я смонтирую, выложу на этот канал. Вот, синхронизация моей жизни, да. И они будут у меня на этом канале. Но в дальнейшем, то есть, я не знаю, через сколько, может быть, к лету там, или как, не знаю, посмотрю. Вот, потому что, когда я смотрю людей, которые играют на гитаре, и все-таки я хочу заняться творчеством, даже немножко другим. И этот канал я оставлю. То есть я оставлю все ролики, все люди, пусть они подписываются, пусть смотрят плейлисты. Там довольно много, в общем. Догоню до 1000 роликов, скорее всего. Вот. И все. И то есть выпущу ролик на главную и закрою канал. На этом. Барсик! И на этом канале не будут, скорее всего, дальше выходить видео. Вот. Хочу
немножко, ну, то есть заниматься абсолютно другим и выпускать другие ролики, открыть другой канал, назвать его абсолютно по-другому, то есть не Алё Гараж и не те каналы, которые на футболках, абсолютно другая тематика. Я понял и знаю, как быстро достичь за 2 месяца даже 1000 подписчиков. За 3 месяца я могу посоветовать любому, как достичь 1000 подписчиков. То есть это вообще не проблема. Вот. Но выпущу такое видео. И заниматься немножко другим. Немножко другим, в общем. Хоть у меня идет этот канал и просмотры, и мы уже достигли больше 200 тысяч просмотров на моем канале. Это с того, что я еще сколько стримов удалял, сколько видео удалял, и просмотры списываются. Каждый ролик, который вы удаляете, списывается с просмотров. Но в итоге все-таки вот, но мне, если честно, стало немножко... Хочу заняться именно другим. Вот. Поэтому много уходит времени. БМ я оставлю. БМ, да. БМ будет. Вот. Будут ролики выпускаться, допустим, раз в неделю. От раза в неделю до раз в полгода, как тогда было, да. То есть 2 ролика в месяц, это, я считаю, это нормально. Многие выпускают ролик раз в квартал, в 3 месяца. Возможно, даже так будет. Вот. То есть БМ я буду продвигать, да, а этот я хочу закрыть. Закрыть хочу канал. И хочу, чтобы он... То есть люди смотрели, смотрели эти все видео и также смотрели БМ. Все, спасибо вам.